какая красота к Новому году в магазине Рошен. Можно позаглядывать, что за конфетки продаются. Сейчас мы зайдем. Так, вот такой не качающийся Дед Мороз. Что-то его не включили. В том году качался при свете солнышка. Вот такой на Олене. Большущий. В небо смотрит. Так, а теперь в темноте. И он, кстати, закачался. Его, наверное, включают, когда огни, он начинает тогда туда-сюда гойдаться. Ну да. Гойдатися. Вот такой. Так, с вами Снежана Про. И мы идем смотреть конфетки. Так, посмотрим, какие Рошен приготовил новогодние коробочки. Смотрите, вот. Такие. Так. С такими птичками. О, вот эти металлические. Мне так нравятся, люблю. Но они, зараза, 198 грамм, 100 гривен. Как говорится, истинный нема чего. И вот сумочкой. Прикольно. А вот такие, как конфеты большие. Так, идемте дальше посмотрим. О, а вот, глянь, какие нам. Вот это прикольно. Шоколадные конфеты, орешек, миндаль. О, ну так оно и стоит, блин. Ну да. Сразу, сразу. Сейчас, сейчас дойдем. Вот смотри, какие пингвины сделали. Шоколадные сумочки. Елки. Шоколадные. Медведи. Ну такое, не дешевое. Ну это как плитка шоколада большая, мелко. Ой, а вот это красивая, конечно. Сумочки мягкие. С конфетками. А конфет там. А, это гаманет, типа. 173 грамма, 170 рубасов. Нифига себе. Такие тигры. А вот это красиво, кстати. Вот такая вот. В виде металлической банки веночек. Шарики новогодние. Новоричная кулька. Ну тоже 200 грамм конфеток. Сумочка вот такая была. Замочка. Вот такая сумочка. Нифига себе. 300 рубасов, ребят. Ну, прикольно, конечно. Ну, блин, 300 рубасов сразу сумочка, да, Мил? О, вот это бы я бы, наверное, съела. Но тут 770 грамм. Вот такая карабень. Вот такая шляпная. А вот набор цукерок. Вот это красиво, лянь, в виде книги, Мил. А, ну там вот так вот вынимается. И там лежат конфетки внутри. Сейчас посмотрю. Подожди, все поступово. Поступово. Металлическая банка. А вот вот такое. Всего лишь 40 грамм. Три конфеты, 74 гривны. Ну, красиво. Прикольненько так, конечно, придумали. Такие вот еще топотульки. Тяжеленькие такие. Цену не вижу, конечно. Ну, такие там большой шоколадка какая-то я прощупываю. Такие мешочки тоже. 300 гривен вот такой мешочек. Недешевое удовольствие, но интересное. О! Украинян традицион. Ну, это как сувенирная, да, наверное, видишь? Ну, тоже 130 грамм. Вот это мне нравится. Это Киев, правда. Я думала, Харьков. Киев. А вот сувенирная. Это на подарок кому-то. Шоколадки. О, вот это выше, вот это я бы съела, вот честно, вот эти ассорти. Ну, блин, цена оставляет, как говорится, пожелание лучше. Вот это Мила у меня любит, вот такое вот. Но ты мне их ни разу так... А я ни разу и не пробовала, честно говоря.
Ну, у меня принцип просто. Принцип Рошен стараемся не покупать. А так-то, конечно, завалено. А вот эти... А, это бисквитики вот эти. Именно с лесным орехом, да, Мила, самое вкусное? Понятно. А вот эти не пробовала? А вот эти, что это такое? А, это печенье. А, это типа злаки. Ну да, 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 вот это. Так скажи, что это дешевле в раза два. Дешевле, чем где? Чем в вашей супермаркете. Это, например, гривен 40 стоит. Да нет. Да. Да нет. Да, в чудо 40 гривен. Так, тут желешки пошли, юми-юми-гуми, со скидкой сейчас. Лариса, я хочу почувствовать всего 13 гривен. Не, я столько не сосу. Вот это я люблю, стрела, но не знаю, как насчет рошеновской. Я бисквит-шоколад стрелу покупаю. Мила любит вот такие. Эклер. Плакать не надо. А вот это что это такое? Гента молочная цукерка, это типа ириска. А, ириска. Молочно-тыроженой массы. Такую я не пробовала, кстати. Так, а что это такое? Хрустка арахиво-карамельная паста. Мила, карамельную пасту ела? Вот такую пробовала? Нуга. А вот нуга. Ну и... А, вот они дорогие. Конфеты. Не в такой красивой упаковке, но они такие. Ну да. Вот этот очень красивый. Ну, конфета в разрезе, да. И сейчас скидочки. Тортики. Мы такие не любим покупать тортики. Это правда? Да. Так. А вот красота какая. Фундук у молочного шоколада. Это вкусненько. А, как в Италии. Это прикольно. И вот цукерки шоколадные. А, нет, это шоколадные яйца. А это как в Италии? А, ну подожди, а это? Грибочки тоже, да, шоколадные они. Кешью в молочном шоколаде. Не, ну вот это похоже, похоже на вот это. А вот такие, смотрите, конфетки. Прикольненькие. Вот такие фигурки. Слышишь, а вот так прикольно, да, придумали? Да, это ж помнишь, мне когда ты дарил такое? Ну, классный, если тебе и дарили, то я не помню об этом. Нет, ты, наверное, съела, да, ты, наверное, его съела. Термос для напоя даже есть. Это то, что входит в этот набор. А, в этот громадный набор. Не, ну цена прикольная тоже, цена. Короче, это батончики. Так, короче, ребят, сняла я вам сладости рошеновские, показала конфетки. Напишите, вам понравилось или нет.